Современные люди в нашем мире не могут себе представить существование без мобильных гаджетов. Вот в таком вот маленьком устройстве помещается фактически вся жизнь человека. Но некоторые считают, что это приносит больше вреда, чем пользы. Так ли это? Давайте в этом разберемся. В мобильном телефоне я всем пользуюсь, я даже по нему диплом писал. Пригонял в машину, всю дорогу я им пользовался. Очень удобно. Объезжал пробки. Облучение. Вот, это тоже, возможно, такое есть. Вот, ну, в основном у нас служит как средством связи. Можно телефоном полностью заменить компьютер. Ну, это, во-первых, соцсети различные. Фоторедакторы, видеоредакторы, навигация. Сергей не расстается с мобильным устройством почти никогда. В нем находятся все жизненно важные приложения, без которых он уже не может обойтись. Сутки я телефоном пользуюсь достаточно много, но для довольно важных целей. Например, посмотреть кратчайший путь, проверить баланс на картах, проверить баланс телефона, посмотреть какое-то обучающее видео, где у меня, где я зашел в тупик. То есть найти ответ на свой вопрос. А еще можно посмотреть на какое-то приложение в действии. Например, навигатор. Мы можем добраться до кратчайшей точки, минуя все пробки. Ну, поехали. Погнали. Алиса, сколько километров до ближайшей больницы? 800 метров на машине или 900 метров пешком. Это путь до клинической психиатрической больницы номер 1М. Считаю, что телефон экономит время, но все же не стоит доводить до фанатизма. Хотя бы иногда нужно с ним расставаться, например, ночью или когда необходимо отвлечься на живое общение. Для тех, кто оторваться от своего гаджета не в силах, специально придумали народную забаву. В кафе телефоны кладут на стол, кто не удерживается и берет трубку в руки, оплачивает общий счет. Пока только одни плюсы. Интересно, а что по этому поводу думают специалисты? Вред приносит не употребление, а злоупотребление, чего угодно. Мы можем злоупотребить едой, мы можем злоупотребить отношениями, и точно так же мы можем злоупотребить гаджетами. На мой взгляд, очень удобно, что можно поставить будильник для того, чтобы вовремя проснуться, можно всегда под рукой иметь список дел, можно делать на ходу быстрые заметки, если вдруг какая-то мысль озарила. К тому же внедрение новейших технологий способствует развитию младшего поколения. Главное не ограничивать от гаджетов, а соблюдать режим и подавать информацию дозированно. Недоступность чего-либо обычно влечет за собой зависимость и вред, так называемый, да, что человек уходит в мир виртуальный из мира реального, а скорее наличие каких-то внутренних пустот, которые хочется заполнить. И люди находят себе что-то, чем это заполнить. Ну, конкретно мобильные гаджеты сами по себе – это веяние нашей современности, от них никуда не уйти, и здесь здорово, если найти преимущество, как этим пользоваться. Я общаюсь со своим другом с Таиланда, он вот передает привет, у них вечер. Улыбок вам побольше, не ругаться, не ссориться, любить своих близких, чтобы у вас все было хорошо. Александр Кононов, Рустам Файзулин, «Утро нового дня».